У нас выпадают не очень приятные недели, первые две недели августа в Одессе. Будет очень много раненых, будет большой пожар. В октябре Украина получит самолеты. И эти самолеты полетят на Крым. Вітаю, шановні глядачі на каналі «Прогноз». Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні поговоримо на теми, які хвилюють всіх українців. Це тема Одеси, тема Криму, тема обстрілів, зернова угода. А також, чи є в нас загроза з сторони Білорусі, що там робить ЧВК «Вагнер» і що чекає Москву. У нас сьогодні у гостях Марія Ланг-Каранаш, Веріджей Гурудев. Пані Марія. Пані Марія, я знаю, що ви зробили розклад, тому що вам особисто писали і підписники вашого каналу, і нашого каналу. Тому давайте, не затягуючи час, прямо перейдемо до справи. Отож, перше питання – Одеса. Обстріли Одеси. Що чекає Одесу на майбутній час? Итак, дорогие друзья, я посмотрела на ближайшие 4 недели, какая обстановка будет в Одессе. Ну что я могу сказать, эта неделя уже завершается, и в принципе таких серьезных обстрелов последние 2 дня этой недели уже не будет. А вот на следующей неделе в Одессу поставят дополнительное ПВО. Очень срочно что-то переместят и закроют воздух. Возможно, ближе к порту, то есть в каких-то важных местах, где как раз находится зернехранилище, туда будет перемещено дополнительное ПВО. Поэтому на следующей неделе Одесса будет чувствовать себя, как сказать, владычицей в этом воздушном просторе, и даже если будут атаки, они будут все успешно отражены. У нас выпадают не очень приятные недели, первые две недели августа в Одессе. Вот на первой неделе августа показано, что все-таки какое-то влучание, одно из попаданий произойдет и разрушится какое-то здание. То есть будет именно повреждено здание и могут быть ранены люди. Вследствие этого это может быть как жилой дом, как здание какое-то. Ну, больше похоже, в принципе, такое, там, где будут люди, там будут находиться люди. И вот я что очень боюсь, что будет очень много раненых, потому что вследствие вот этого удара на первой неделе августа срочно сядут о том, чтобы о чем-то договариваться. И я вам хочу сказать, что Россия вернется в зерновую сделку. И вернется она как раз в начале августа. То есть как раз будут идти переговоры первую, вторую неделю августа. И, в общем, ситуация для того, чтобы нормализовывалась. Потому что на первой неделе августа будет попадание в какой-то дом или здание, может быть, административное, но там, где будут находиться люди, и это будет очень неприятно, будут ранены. На второй неделе августа что произойдет? Они попадут ракетами в какое-то зернохранилище, где находятся семена, где находится то, что ожидает посева на следующий год. Возможно, это будет или опять большое количество зерна, или каких-то других важных семян. Но они должны были бы быть использованы именно для посева. Будет большой пожар. Будут тушить это все водой и будут уже принимать какие-то решения. Но я вам хочу сказать, что изначально, когда эта вся ситуация с зерновой сделкой раскручивалась, то было понятно, что чтобы Россия не выдвигала и как бы она себя не вела, все равно ее будут, скажем так, ставить такие рамки, при которых она не сможет долго сопротивляться. Она не сможет долго стоять в оппозиции. То есть ей не хватит возможности, во-первых, долго обстреливать, потому что очень экстренно ПВО будет поставлено. Во-вторых, все-таки сейчас, когда я начну рассказывать, что происходит в России, вы поймете. То есть там полное время безвластия и смуты, и та группа людей, которая сейчас держит власть,
скажем так, стали преемниками Путина, они тоже еще между собой до конца во всем не могут определиться. Вообще, на самом деле, Россия уже вступила в период смуты. И эта смута продлится как минимум 20 лет. Значит, показано, что по Одесскому порту, вот то, что вот эти вот первые 2 недели августа будут все-таки попадания, но, может быть, это будет не совсем порт, потому что над портом уже будет ПВО, может быть, это будут какие-то другие места. Но в итоге это закончится еще более усиленной защитой всего города и в том числе порта Одесского. Дальше, если вопросов по этой теме нет, я могу перейти к ситуации, которая ждет нас развития событий в Крыму. Так, звісно, що буде відбуватися в Криму, і зразу скажу, чого найбільше зараз бояться інші майстри, і дуже багато підписників це розуміють, що коли почнеться активна фаза бойових дій у Криму, Росія буде гатити північ України для того, щоб відволікти нашу увагу. Чи так це? Я не могу сейчас ответить на этот вопрос. Мы будем смотреть помесячно. Дело в том, что я хотела бы еще рассказать вам о событиях Турции, но невозможно это все вместить в одну программу. То есть я думаю, что про Турцию подробно, про Эрдогана, про его значение вообще во всем, что происходит и в зерновой сделке, и в войне, как будут развиваться события, это нужно посмотреть очень подробно. Потому что вы знаете, что расклад предсказывал, что Эрдоган на выборах не победит. И как бы фактически эти выборы были действительно не в его пользу, но все было перекуплено деньгами. Что дальше ждет этого человека, который столько раз, сказать, не то что закон нарушает, ну, в принципе, ведет себя непорядочно, да? Что его ждет и какие дальше события ждут Турцию, и как ситуация в Турции повлияет на Украину, мы это с вами, Любовь, посмотрим обязательно в следующей передаче прогнозов. Потому что это очень важно. Без Турции тут никак не обойдется. Давайте, что я вам могу сказать, что показал расклад по Крыму. Я хочу сказать, что до конца июля и этот месяц, несмотря на то, что он действительно жаркий и насыщенный различными событиями, несмотря ни на что, этот месяц был достаточно удачный для наших войск. Этот месяц по многим параметрам принес нам удачу. Поэтому до конца этого месяца произойдет еще очень много замечательных событий, которые продвинут нас к Крыму ближе. То есть еще, так скажем, в этом месяце не все свершилось. К концу месяца мы придем еще к очередным успехам и к достижениям, касательно направления в сторону Крыма. В августе. Август тоже будет месяц очень непростой. В связи с тем, что действительно вот я посмотрела, что будут первые 2 недели обстрелы Одессы, да? А потом, что будет в Крыму? В Крыму будет интересная ситуация, возможно, затопление какого-то корабля или какой-то морской бой или какие-то проблемы на воде. Может быть, вообще там прольются какие-то дожди вдруг неожиданно и что-то там затопится. В общем, Крым начало августа будет полон проблем, но эти проблемы не будут связаны с тем, что Крым там будут прям обстреливать. Нет, эти проблемы будут несколько другого рода, при этом население особо не пострадает, но может пострадать и в принципе как от стихии воды. Что касается сентября. В сентябре вот как раз будут очень активные действия боевые, и, возможно, они в какой-то степени будут идти на территории Крыма, но не в виде столкновения двух армий, а в виде того, что наши военные будут, опять-таки, продолжать обстрел складов, продолжать обстрел каких-то стратегических мест. И сентябрь будет очень успешный, то есть наши военные в сентябре вообще очень многое достигнут. То есть сентябрь по возвращению Крыма будет очень успешный, причем, видимо, не только на военном поле, но и, возможно, и на политическом. То есть тут по всем фронтам идет успех. Октябрь.
Ну вот в октябре как раз, если люди боятся, то самые неприятности могут ждать население Крыма именно в октябре, вследствие того, что, наверное, октябрь это будет как раз тот месяц, когда очень активно будет выезжать российское население, российские администрации, военные, и тут вот как раз могут быть конфликты, могут быть агрессивные воздействия, то есть именно когда уже вот конфликт такой, лоб в лоб. Но еще с чем это может быть связано? Дело в том, что в октябре Украина получит самолеты. И эти самолеты полетят на Крым. И, возможно, еще вот то, что тут показана агрессия и ранение людей в октябре, может быть, это еще будет связано с тем, что, конечно, самолеты будут бомбить какие-то места, и, естественно, могут при этом пострадать люди. Но в октябре действительно самолеты полетят. И это закончится тем, что есть все шансы на ноябрь месяц Крым освободить. И к декабрю это все перейдет в процесс переговоров, в общем-то, таких уже политических переговоров, устаканивания. И в декабре, кстати, будет решаться вопрос по поводу подачи воды в Крым. С декабря начнется улучшение с водой в Крыму, вот, для всего конкретно населения. Так. Це дуже, дуже, дуже гарний прогноз. А тепер в мене ще друге запитання. Що буде в той час відбуватися на території Білорусі? Бо зараз ми бачимо, що ЧВК Вагнер, що від нього залишилося, воно разом з Лукашенко щось замислили. Але чи стосується це нас? Ви знаєте, я посмотрела отдельно каждого із них. І якщо ви хочете, я почну з предводителя ЧВК Вагнер, з Пригожина. Ну, цей чоловік зараз потеряв повністю зв'язку з реальністю. Тобто у нього, видимо, якісь плани, які він строїть в голові, вони, в принципі, не способні реалізуватися. То есть то, что он себе представляет, так не получится. То есть у него идет полная потеря связи с реальностью, нарушение всех моральных норм. И чем это для него закончится? Опять расклад показывает, как говорится, 25. Показывает то, что этот человек будет вынужден заниматься чем-то новым. Он будет ставить какие-то новые эксперименты, ему придется окунуться в какую-то новую сферу, которую он ранее этим не занимался. Ему придется что-то даже изучать, чтобы стать более-менее компетентным в этой сфере. И чего может касаться эта сфера? Я думаю, что это я посмотрю уже в прогнозе на август, может быть, больше прояснится ситуация. Но понятно, что все, что сейчас Пригожин себе планирует, у него ничего не реализуется, и он будет поставлен в ситуацию, когда ему надо будет ставить какие-то новые эксперименты и заниматься вообще чем-то новым. Что касается ЧВК Вагнер, тут интересные выпали карты, и я сейчас до конца не могу сказать, это карты, которые диагностируют сегодняшнюю ситуацию, или они еще и про будущее. Потому что сегодняшняя ситуация такая, что большая часть ЧВК Вагнер погибла. И осталось там вот боеспособных людей, этих там комплектаций, этих частей очень мало. То есть они из себя уже не представляют такую боеспособную армию, я вам скажу. И есть очень много недоброжелателей, которые работают над тем, чтобы ЧВК Вагнер никогда уже боеспособной армией не стали. И это будут продолжать делать. То есть будут продолжать им ставить палки в колеса и, как бы сказать, препятствовать их деятельности, их будут предавать. То есть те договора, с кем ЧВК Вагнер раньше имела, там, например, с генералами российской армии, еще там мало ли с кем они там имели договора, да, то есть все будут их кидать, все будут, в принципе, стараться от них отодвинуться. И в какую стадию они войдут? Они войдут не в стадию боеспособной армии, они перейдут в стадию того, что им придется очень много говорить,
и доказывать в чем-то свою невиновность, пытаться на кого-то воздействовать с помощью речи, уговаривать кого-то. То есть у них сейчас вопрос идет не о том, что они готовы воевать, а им бы как бы себя вообще сохранить более-менее как боевую единицу. Поэтому сейчас они находятся в активной стадии переговоров, которая будет идти очень долго. То есть сейчас идет как бы вот переговорный процесс коммуникации для того, чтобы им хоть как-то выжить и себя защитить. То есть по факту все направлено на то, чтобы полностью эту армию уничтожить. Ну, будем смотреть, как оно будет получаться. Что касается, может ли пойти эта армия в сторону Москвы, соединившись там с какими-то белорусскими военными? Вы знаете, она может-то пойти, но это закончится для них вообще, честно говоря, плохо. То есть будет очень-очень много смертей. Если у них потенциал и двигаться в сторону Украины, ну, на самом деле потенциал нужно копить. То есть им для того, чтобы двинуться на Украину, нужно продолжать накапливать свой потенциал. И его еще недостаточно. И если в том, что они есть, они куда-то двинутся, их везде будут ждать неудачи. То ли они пойдут на Москву новой дорогой, то ли они пойдут на границу Украины. Везде их будет ждать, ну что, смерти их будут ждать. Ранения, катастрофы, смерти, осуждения, обвинения. То есть если только они двинутся в сторону Украины, там вот это международное, то, что объявили уже Пригожина в розыск, да, то есть это может быть распространится еще на большее количество людей. То есть они сейчас заложники на самом деле. Им куда ни пойди, направо, налево, везде голову положишь. Поэтому они сейчас в состоянии таком, что они пока ищут способа найти для себя безопасное место. А для этого они просто пытаются наладить контакты. Может быть, это даже международные контакты. Я совсем не удивлюсь, если в один прекрасный день вся эта армия во главе с Пригожиным погрузится на самолет и вдруг улетит резко в какую-то вообще там третью страну, и никто бы этого не ожидал, что они вообще могут туда уехать. То есть они сейчас пока ищут способы, как им вообще себя сохранить. И вы знаете, что касается состояния Лукашенко, ну что я могу сказать, угроза нападения на него не ушла. То есть ножки-то Лукашенко могут очень сильно подрубить. И очень сильно его могут, так скажем, даже свергнуть и столкнуть. То есть вот это свержение Лукашенко, которое показывал расклад на август месяц, оно очень-очень вероятно, это никуда не делось. Расклад показывает то же самое, что ноги этого глиняного колоса могут быть разрушены, и вся эта его империя рухнет в один момент вместе с ним. И в каком тогда он останется состоянии? Вы знаете, он придет к тому, с чего он начинал. Я не знаю, с чего начинал Лукашенко. Может быть, люди, кто следил за политикой и знает его там, путь от начала президентства, может быть, что-то расскажут. Но расклад показывает о том, что тут очень вероятно свержение, нападение. И очень вероятно к тому, что он придет к тому, с чего он начинал. Вот с чего Лукашенко начинал, надо посмотреть. Не знаю, кем он там начинал. Вот. То есть вернется к изначальному какому-то своему состоянию. Как будто бы вот этой всей его жизни, такой великой, в виде там, президента и диктатора, как будто бы в один день, как корова языком слезала. Мария, а что чекає на Москве? Вы сказали, что они заходят в режим смуты. Як це програється на нас, на світовій і на Росії? Ви знаєте, я можу сказати, розклад дуже чітко показав состояние человека з фамилией Путін, который пока еще жив, который является реальной фигурой Путіна, а не его двойники. Хочу сразу сказати, що всі двойники, которые выступают где бы то ни было, то есть это двойники. Даже те двойники, которые допускают какие-то ляпы, ошибки, называют там... слышат одно, говорят другое, это не Путин, это все двойники, просто, видимо, и двойники не совсем на голову здоровы. Вот. А настоящий Путин, смотрите, так, он подключен к аппарату искусственной почки.
Он не может самостоятельно есть, его кормят через зонды, может быть, то есть человек не может уже, его системы жизнедеятельности организма уже полностью зависят от компьютера, грубо говоря, сказать, от медицинской техники. Его тело уже его не слушается, возможно, у него в каких-то местах там уже пролежни или что-то уже там отсыхает, отваливается. То есть тело его распадается на части. Человек телом управлять не может. И я вам хочу сказать, что вот задавались люди вопросом, что ж такого имеет, какие козыри и какой компромат на Путина имеет Пригожин, что его до сих пор еще, так сказать, не взяли. Вот Гиркина сегодня арестовали, да, сегодня 21 июля, ознаменовалось днем ареста Гиркина. Посмотрим, чем, как развернется его судьба. Это, кстати, интересный персонаж. Можно будет в августовском прогнозе тоже глянуть, что с ним будет дальше. Но я думаю, что его ждет такая же судьба, как всех этих генералов, арестованных в настоящий момент. До какой-то серьезной смены власти они будут все гнить в застенках тюрем российского режима. Или что-то для них произойдет другое. А вот какие козыри? Ну, вы знаете, что Пригожин, он славится своими такими одиозными выходками, там, записью каких-то видео, где он там всех ругает, громит и так далее. Ну, я думаю, что Пригожин, как никто, знает истинное положение вещей касательно Путина. И если об этом заявляют люди не очень авторитетные, может быть, это все выглядит как конспирология. Но если бы с таким вот диким ором на видео Пригожин записал видео о том, сколько уже времени, там, например, полгода, да, ведь Оракул показывала, что, грубо говоря, с ноября уже Путин будет полностью отсутствовать. Может быть, он еще будет жив, но как человек он не сможет заниматься руководящей должностью в стране. Поэтому я думаю, что если бы Пригожин записал такого рода видео, он бы сказал, с какого месяца весь народ дурят, и рассказал бы про всех двойников, и про то, что Путин уже давно отстранен от власти в силу, в первую очередь, состояния своего здоровья, и назвал бы истинные фамилии тех людей, которые все это организовывают. Вы представляете, какой бы начался вой и какой резонанс на весь мир, потому что уже можно говорить... Ведь сейчас же все шишки несутся на Путина, и почему еще не обнародуют тот факт, что он уже властью не занимается? А именно, представляете, как удобно, все шишки на Путина, а истинные фигуры спрятаны в тень. Понимаете, ведь если бы стало уже достоверно известно, кто принимал там последние решения, когда погибало огромное количество людей, то, может быть, уже ордеры на арест в Гааге были бы выписаны не на Путина, а на тех вот как раз людей, которые сейчас занимаются руководством. Но им очень выгодно оставаться в тени и списывать все вот на одну личность, которая, в принципе, уже, можно сказать, фактически несуществующая. Но как вы думаете, если прямым текстом президент ЮАР попросил о том, чтобы, пожалуйста, лица, изображающие первого там, президента в России, пожалуйста, пусть они не приезжают. То есть, как бы уже даже президенты других стран... открытым текстом говорят, что не присылайте к нам двойников, мы не хотим с этим всем разбираться, вот, не говоря там уже про аресты. Вот, поэтому и я думаю, что это основные козыри Пригожина, который имеет не просто может что-то заявить, и кто-то поверит ему, а кто-то нет, а речь идет о том, что да, он имеет полные факты, может, он имеет фотографии Путина уже в таком лежачем состоянии, а не подключенного к приборам. То есть 100% у него есть очень-очень много доказательств, и очень большие папки лежат на тех, кто сейчас занимается руководством России. Поэтому я думаю, что это основная причина, пока Пригожина еще, как говорят, крепко там не взяли за одно место, боясь, что он поднимет вот этот вой. И тем более, что Пригожин, в принципе, обладает еще пока всеми способностями, чтобы... покинуть территорию России, Білорусі і переміститися там в якісь треті Марія, в мене таке питання. Ми сьогодні обмежені дуже в часі. Давайте на завершення, що по Росії, що важливого?
По России, в принципе, я все сказала. Я хочу поддержать одесситов. Я мысленно с вами. Держитесь, пожалуйста, будьте в безопасности. Знаете, что первые 2 недели августа действительно могут быть очень неприятными. Не игнорируйте воздушные тревоги, прячьтесь, пожалуйста, особенно те, которые живут в высотных домах. Вот. Опять-таки, одесситы пишут только об одном, что не хватает бомбоубежищ. То есть просто элементарно, опять городская одесская власть, это уже просто цирк, невозможно это смотреть. То одевают кому-то браслеты, то снимают браслеты. А, в принципе, ничего не изменилось. Как говорится, где-то прибыло, где-то убыло, а в принципе ничего не изменилось. Вот очень хотелось бы, чтобы наконец-то в Одессе начало меняться. Чтобы это город и люди, которые там живут, достойны хорошего руководства, они достойны хорошей жизни, они достойны безопасности. Вот. Ну и еще мне просто люди пишут про другие города, вот, например, про город Никополь, который очень долгое время сидит без воды. Представьте себе, что люди сидят без воды даже технической, то есть в домах, вот, в многоэтажках нету воды в кране в принципе. То есть представляете, как люди там пользуются туалетом, то есть они вынуждены бегать куда-то, закупать воду, таскать что-то откуда-то. И это просто преступление со стороны городской власти. Как так можно? Там больше месяца уже эта вся ситуация длится, и это невозможно, никто ничего не решает. Там подарили какие-то западные страны 2 мощных насоса, и людям было сказано: «Ой, простите, извините, насосы сгорели». И кто проверит, насосы сгорели, и поэтому нет воды, или их там куда-то уже умыкнули. В общем, никто не хочет с этим разбираться. А у нас по факту страдают города, понимаете, вот такого руководства, таких руководителей страдают целые города. Люди, которые не могут в бомбоубежище скрыться, у них панические атаки. То есть понятно, что люди просто боятся сидеть на этажах. Им было бы спокойнее, пусть там в паркинге, пусть в бомбоубежище, но элементарно не хватает мест, элементарно их нет. И такие же вещи не только там в Одессе, я думаю, что и в других городах В такие Києві же те есть. саме. В Києві те саме. Зато ремонтують проспект Шевченка, не Шевченка, цього, господи, Вот. Ну, я не знаю, театральний. может там начать собирать деньги на строительство бомбоубежища. Я уже даже не знаю, как вот помочь этой ситуации. Вот мы собрали деньги и закупили деревья для могилы и Ивана Серка, которые находятся под Никополем. Там будут высажены дубы, липы и березы. И я не знаю, может быть, как-то людям начать самоорганизовываться, если власть вообще ничего не делает. Ну, это, конечно, ужасно все. Надо думать с этим что-то. Еще я хочу сказать, что у нас намечается ретрит медитативный. Больше этот ретрит женский, но мы приглашаем и пары, и мужчин. В принципе, всем будем рады. Единственное, что у нас ограничено количество мест, всего лишь 15 мест. Все дело в том, что я пытаюсь в своих вот передачах, которые мы ведем с любовью, отвечать в основном на ваши вопросы, на ваши потребности. И одна из основных потребностей многих людей была одна. Первое. А как начать духовную жизнь? С чего ее начать? А как себя найти? А как научиться медитировать? И вот этому будет посвящен 10-дневный медитативный ретрит в Буше Винницкой области. Мы будем проходить практики, мы с вами проведем тантрическую пуджу, мы с вами проведем очень такие сакральные женские ритуалы на праздник осеннего равноденствия. Мабон. Да, на Мабон, то есть это праздник урожая, все женщины будут в красных платьях, у нас обязательно будет сопровождение видео и фото профессиональное. Так что тот, кто хочет окунуться в такую вот духовную атмосферу, абстрагироваться, подлечить немножко свою нервную систему и действительно сделать такой серьезный шаг навстречу самому себе, и к тому, чтобы научиться чему-то альтернативному, там, кроме, например, тому, к чему люди привыкли, там, медитация, для многих это что-то новое, они не понимают, как медитировать, как себя настроить на медитацию, как она вообще должна проходить, то мы как раз в ретрите ежедневные у нас будут медитативные практики. Так что я вас приглашаю, дорогие, еще есть у нас места, присоединяйтесь. Марія, дякую дуже сильно за вашу
за те, що ви взагалі вийшли сьогодні в ефір, дуже швидко відреагували на те, що вас просили люди. Дякуємо за те, що ви з нами, що підтримуєте. Шановні глядачі, пишіть, будь ласка, зворотній зв'язок, задавайте свої питання, говоріть, що вас турбує, чим зможемо, тим допоможемо. І якщо когось цікавить ретрит в Буші, будь ласка, контакти Марії вже в описі до цього відео, пишіть напряму. На цьому прощаємося з вами, до нових зустрічей, до побачення. Намасте.